пункта 4 статьи 29 Конституции, который получил свое расширительное толкование в статье 7 закона об информации и информационных технологиях и о защите информации. В данном случае данную информацию относят к общедоступной информации. Соответственно, доступ к этой информации не ограничен. И действия застройщика по запрету съемки, они неправомерны. Более того, если застройщик предпринимает какие-то физические действия для того, чтобы не дать снимать материал, эти действия могут быть расценены как самоуправство в рамках статьи 19.1 Кодекса об административных правонарушениях. Застройщик в данном случае предоставляет право дольщику принимать эту квартиру. В рамках приемки квартиры дольщик имеет право фиксировать любую информацию, которая станет ему известна, любую информацию, которая будет ему доступна, да, в том числе общедоступна. Более того, эта информация о качестве квартиры совершенно определенно представляет общественный интерес. Это означает то, что в рамках статьи 152.1 Гражданского кодекса данная информация может распространяться без каких-либо ограничений. Поэтому такие действия по запрету съемок, я считаю,